Да, всем привет, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Ну, я думаю, что можно связать с электротеатром, потому что я там действительно играю на сцене на данный момент в двух спектаклях. Это «Love Machine» с Марией Чирковой и «Стойкий принцип» Бориса Юхананова. И плюс проект «Кабаре известного Безумного Пьеро», кому-то, возможно, памятно известный. Он сейчас до сих пор существует в электротеатре как проект «Электрокабаре». Вот поэтому меня можно смело, я думаю, с электротеатром ассоциировать. Но понимая также, что с электротеатром можно ассоциировать очень многих людей, которые на этой площадке что-то делают. Ну, это отдельный разговор. Просто, во-первых, тут оказалось, меня не слышно. Сейчас я уточню аудитории. Меня слышно, скажите, пожалуйста. А во-вторых, главное, чего я имел в виду, вот вы на улице под деревом, и дерево российское, московское, да? Калужская, Медынская. Медынская. С ума ты сходишь от Парижа, мне же больше нравится Медынь, как говорится. Я бы с этого хотел зайти. Перед нами деятель искусства. Вот вы говорите, что как бы там искусство не главное, там ваш заработок, да, но тем не менее, вы вот в этом ряду стандартный московский театральный деятель, один из многих из тех, которые в основном либо уже уехали, либо лишились работы после разгрома там того же Гоголь-центра. Вы остаетесь, вы поете эту песню «Я остаюсь»? Еще пока жизнь так крепко не прижала к стенке, чтобы нужно было встать рядом с теми, кто ее поет. Ну, вот недавно публично исполняли ее петь. Ну, в целом, да, я могу сказать, что я часть некого московского театрального, ну, не бомонда, но, может быть, планктона даже театрального, потому что раз есть офисный планктон, то театральный, конечно, тоже есть. И да, я здесь, я в России, я никуда не уехал. Электротеатральный И планктон. А как электротеатр поживает? Его не коснули все эти безобразия? Он, кстати говоря, московский или федеральный, или вообще частный, с учетом ну, того, что мы о значит, нем мы знаем? сейчас все под Богом ходим, но поскольку электротеатр предприятие, достаточно посвятившее себя искусству в чистом виде и занявшее с самого начала такую внеидеологическую позицию, да? То есть это театр, который никогда себя не причислял ни к левым, ни к либеральным, ни к консервативным. Это театр, который занимался всегда экспериментами в области Не, ну театрального искусства слушайте, как если такового, мы да. перечисляем театры, я тут еще театрал, конечно, но все же три театра с Гоголь-центром были разгромлены, включая «Современник», который, я думаю, консервативнее электротеатра, нет? Тут сложно понять, что является консерватизмом. Я думаю, что они шли по персоналиям. Виктор Рыжаков, ну, он достаточно современный режиссер, но его и радикалом трудно назвать. Я считаю, что режиссер, он, как режиссер, он примечателен тем, что он открыл Вырыпаева как автора, по сути. Вот. А я думаю, что тем, кто принимает решения об уборке худруков, ну, во-первых, эти решения принимаются выше, чем управление московской культуры находится, и, Но во-вторых, они театр идут просто московский, по да, неким формально? спискам. Театр московский. Московский, да. Московский. Все три театра московские. Ну, конкретно про электро спрашиваю. Просто у меня, понятно, он ассоциируется с Сергеем Адоньевым. И, между прочим, вот вы говорите, что он никогда политически себя не обозначал. Но именно в этом театре была программная пресс-конференция Ксении Собчак перед выборами 2018 года. И Было понятно, дело. да, и понятно, о чем речь. То есть Адоньев такая фигура, которая, как бы будучи, ну, мутным околопутинским олигархом, тем не менее, ну, наверное, имел, по крайней мере, какой-то ярлык на возможность, там, не знаю, спонсировать и новую газету, и еще что-то. И как бы вот так покровительствовать фрондирующей части интеллигенции, скажем так. И он, между прочим, по-моему, притих после 24 февраля. Нет никакого Адоньева уже, никто про него ничего не слышал. Вас это У нас касается? нет для вас других олигархов, Олег Да, Владимирович, там разумеется, только это я мутные понимаю. Да, путинские, конечно, да. конечно, да. Не, ну есть, да, Других есть нету. допутинские, типа Авина, да, но Лично они не уехали, да. знаком с Адоньевым. Это, в общем, достаточно общеизвестный факт, что он помогал многим учреждениям культуры, включая «Стрелку» и театр. Но тут вот загадка, на самом деле, кто что решает. То есть Да. я не думаю, допустим, что выбор площадки для презентации Ксении Собчак, уважаемой,
это было дело театра. Скорее всего, театр был поставлен перед фактом, ну и в любом случае это совершенно не та информация. Да, разумеется. А вот что касается вас, я опять же, то есть живя за границей, я имею какое-то формальное право говорить, я не был в театре, потому что я не был в Москве. Понятно, живя в Москве, я бы вряд ли тоже посещал как-то, к сожалению, я не могу сказать, что этим горжусь, тем не менее. Но я знаю, что у вас был, есть спектакль или был, где в какой-то момент зрители сами должны что-то говорить вам, и обычно там звучат какие-то вполне антипутинские лозунги. Ну, был у нас, там не совсем так, там скорее я импровизационный монолог на заданную тему выдаю, да, на заданную тему, и там редко бывало, что люди входили и что-то говорили. Я бы вообще хотел такую некую рамку сделать, что когда-то такой антипутинский протестный театр, это была достаточно модная фича, да, для, конечно, прогрессивного российского театра, который... Помимо того, что он сам по себе замечательный, да, в России замечательный топовый театр, он еще где-то годов с десятых, с начала и с конца первого десятилетия 21 века служил такой виньеткой режима, потому что показывал, что все-таки в России многое можно, и вот только эхо Москвы, уточни, по датам прямо, потому что, мне кажется, знаковым эпизодом создания виньетки был 12-й год создания Гоголь-центра, а до того... Абсолютно, 13-й. Я 13-й, был, да, в Гоголь-центре тогда куратором музыкальной программы, но началось-то все, я думаю, с Гельмана в Перми, вот так по-хорошему. Ну да, согласен. Потому что это часть Медведевского проекта. А, стоп, я даже больше скажу, и вот, может быть, даже, не знаю, найдем ли мы общий язык, фонд «Территория» Кирилл Серебренников. Абсолютно, да. А помните, кто давал деньги? Ну, я это уж точно не знаю, кто там давал деньги. К сожалению, у меня есть... анекдоты из жизни, я прямо сейчас расскажу. А если бы даже знал, то, конечно, чтобы меня, чтобы коллег не подставлять, не сказал. Нет, это публичная история, она гуглится, просто вот рассказываю, да, как бы, извините, что я немножко у вас одеяло перетягиваю, но в порядке диалога. Да нет, пожалуйста. Когда вышла книга «Около нуля», вышла, не прогремела, потом написали, что это Сурков, и все стали хвалить «Около нуля». И, соответственно, я встретился там в тот момент не по этому поводу с Гребенщиковым и говорю, ну, который тоже хвалил, и говорю, неужели вот вы всерьез хвалите эту книгу или просто как бы подлизываетесь к Суркову? Он говорит, не, эту книгу мне давал читать ее автор, он как бы вообще не Сурков, не Слава, как бы, это его не знаешь, он преподает в школе-студии МХАТ трюки с мечами. Ну, я подумал, наверное, какая-то фигура речи, значит, да, Гребенщиков, его восточные притчи и так далее, но трюки с мечами запоминаются. Проходит там полгода, и одна приятельница едет на день рождения то ли к депутату, а, не к жене депутата Шлегеля тогда депутата, нашиста, да, известного. Я говорю, блин, что ты к этому нашисту? Она говорит, нет, ты не понимаешь, как бы, он, ладно, нашист, но карьера, да, и депутатом он стал ровно потому, что он женат вот на этой девушке, которая дочка Ураева. Я говорю, какого Ураева, кто такой Ураев? Не знаешь Ураева, ну как бы, ладно, значит, не знаешь, не знаешь. Я погуглил, фамилия редкая. Ураев, Андрей Ураев, ставит в тебя в школе-студии МХАТ трюки с мячами. Заодно президент фонда «Территория», то ли родственник, то ли друг с детства Суркова, и как раз вот на него был записан фонд, который в те годы спонсировал, да, Кирилла. Для меня это стало открытием, конечно, удивительным, именно в плане выстраивания связей таких родственно-причинно-следственных, скажем так. Ну, это часть более общей проблемы, что театр является... достаточно традиционно, с таким, ну, это же собственность государства, по сути. Ну, да, и вот я как бы сам в спорах говорю, что невозможен подпольный театр. Ты можешь роман написать в кочегарке или даже отыграть альбом, да, концерт какой-нибудь, а вот ставить спектакль как бы в России без государства нельзя. Можно, театр «Док» тому пример. Или вот экспериментальный театр Севы Лисовского, тоже достаточно известного человека. Ну, собственно, «Кабаре безумного Пьеро» тоже было не. Но разницу между «Доком» и тем же «Гоголем» мы понимаем, да, как бы и по резонансу, понимаем, и по масштабу постановок. Ну, в общем, тут история очень простая, что если ты хочешь заниматься театром, тебе придется выстраивать какой-то модус вивенди с государством. И это та часть работы, которую... Ну, приходится просто вот жить в этих обстоятельствах. Также, собственно, как в других странах, придется выстраивать отношения с теми, кто элементарно дает денег, да, на театр. Да, тоже с государством, там, как правило, потому что уж театр-то обычно это как раз... Ну да, ну кроме Бродвея в Америке, да, там мало гостеатров. А так,
вопрос в прозрачности, конечно, этой системы, общей демократичности государства, но у нас же достаточно серьезная история отношений государства и театра. Вообще-то в современном виде российский театр, вот как система, да, как система институций с определенными правилами управления, он выстроен товарищем Сталином, который понял, что у нас есть некое магистральное направление развития театра, а именно реалистический театр версии МХАТа, и он решил, ну, грубо говоря, что в каждом субъекте федерации, или как это тогда называлось, должен быть свой МХАТ. Вот в каждом областном городе свой храм искусства для рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции, играющие спектакли в стилистике социалистического реализма. А поскольку это не была единственная стилистика возможная театра в 20 веке, и там были и Мирхольд, и Таиров, и кто угодно, все они... Всем им пришлось достаточно кисло. Да, и потом, ну, собственно, по той же схеме, как возрождали церковь, да, как бы непонятно, ее возрождали или создавали симулякр с нуля, да, потом уже после Сталина возникли, мне кажется, более знаковые для нашей эпохи явления, и современник, и Таганка, и, скажем, МХАТ Ефремовский, а у Ефремова, я помню, не помню сам, естественно, но, тем не менее, знаю, что у него в кабинете висел портрет Брежнева, да, за что его троллили многие коллеги, и, собственно, спектакль там «Победим» он ставил, как бы, да не только его. И вот нынешняя, как бы не нынешняя, а закончившаяся с войной, конечно же, театральная система, она похожа на вот ту, в которой была Таганка и все такое? Или есть разница какая-то принципиальная? Ну, разница прежде всего в том, что, на мой взгляд, государство, оно, в общем, в основном все это время ждало предлога снижать расходы на все это дело. Потому что просто театров много, что с ними делать непонятно, они прибыли же не приносят вот в этой неолиберальной парадигме, когда у нас все должно быть окупаемой услугой. И, в общем, оптимизация театров и оптимизация здравоохранения – это сходные процессы. И когда в Москве вдруг берут и сливают несколько театров в одно юрлицо, это процесс, похожий на укрупнение поликлиник. А во-вторых, сейчас театр уже все-таки, конечно, не имеет такого общественного звучания, как тогда. У нас, скорее, общественное звучание имеет телевидение, YouTube и медиа. А театр – это какая-то престижная, маргинальная штука, но с которой тоже, по-видимому, приходится как-то разбираться, потому что у нас вот началась специальная военная операция, и, конечно, публичным людям нельзя быть против нее. Ну, такое вот, правило, кстати говоря, это принципиальный момент, давайте еще раз его, наверное, повторим. То есть вы считаете, что власть в России монетократическая, и как раз пропаганда, навязывание ценностей для нее, в общем, значения не имеют? Я не спорю, я в смысле... Я думаю, что имеют очень большое, просто там театр не основное средство этого навязывания. Я думаю, что власть, она у нас как-то умудряется быть одновременно и монетократической, и такой традиционно военно диктаторской или репрессивной. Это не противоречит в нашем случае одно другому, а как-то прекрасно уживается. А вот в этом контексте тогда, ну, наверное, уникальный, да, на этом фоне эпизод, да, театр Баякова-Прилепина, да, МХАТ имени Горького, вот когда они руководили. Это потрясающая история. Что это было, конечно, по-вашему? Ну, Эдуард Владиславович, он человек очень активный и, в общем-то, эстетически прогрессивный, во всяком случае, стремящийся следовать тренду. В какой-то момент в нем произошел такой консервативно-православно-патриотический поворот. Он не всегда был таким. Когда-то он создавал «Золотую маску». Конечно. Но в какой-то момент он решил, что он будет вот эти свои продюсерские и художественные компетенции применять к патриотическому искусству. А это конъюнктура или как бы... Ну, душевный надлом, скажем так. Я просто его не знаю совершенно. Ну, это, может, даже не надлом, а какой-то духовный рост, вот, субъективно понятый. Я был знаком с Эдуардом где-то как раз зимой 12-го года. Мы там вместе, по сути, на соседних пляжах в Гоа отдыхали. Мне не казалось, что он чем-то надломлен. У него действительно были серьезные идеологические исследования в сторону там консерватизма, православия, Эдуарда, Александра Гельевича Дугина, возможно, и так далее. Ну, не вдавался. Но, во всяком случае, он пришел реализовывать свою художественную программу в художественный организм, который, конечно, совершенно к этому не был готов. Потому что, в общем, такой достаточно болотистый, консервативный театр, и они просто хотели, чтобы их не трогали, чтобы они играли свою золотую классику с Дорониной, как я предполагаю. И когда
им сказали, знаете, у нас все будет теперь патриотично, православно, про Донбасс, но при этом там будет, не знаю, современная хореография, видеопроекция. И Бузова, там люди, по-моему, Бузова, просто да. Порвало. Бузова. И Бузова, да. Ну, Бузова та еще актриса, конечно. Ну, ход был, а сейчас с этим спектаклем был интересен со всех сторон, потому что вам и Сталин, и Бузова, и ну и вообще вот все. Ну, в общем, Эдуард Владиславович не досидел до нашего всеобщего поворота. Просто его история, да, она с мировой, показывает, что с мировым господином, да. Вот. Не прижиться можно не только, если ты либерал, да, не прижиться можно просто, если ты не совпадаешь в такой самой базовой эстетике с, не знаю, с кем, с Мединским, с Любимовой, с администрацией президента, не знаю. Да, абсолютно. Потому что на самом деле людей гораздо интереснее, мне кажется, там вот сверху фильтровать не по критерию идеологическому, ну, а скорее по критерию, а еще и по критерию эстетическому. А что ты вот тут это самое выделываешься? Вот у меня есть даже подозрение, что такое недовольство Кириллом Семеновичем Серебренниковым, который ставил балет с Нуриевым в Большом театре, оно было связано с тем, что такое. Вот я уважаемый человек, не знаю, там, генерал спецслужб, хочу пойти в Большой театр, а там мужики какие-то голые танцуют. Что это вообще за хрень? Это надо с этим бороться. Вот. И даже не скажешь, а кому этот генерал звонит и жалуется. Просто, наверное, накапливается негативное настроение генералов и как-то само оседает в решение, да? Ну, мы когда-нибудь узнаем всю правду, на самом деле, кто кому звонил и жаловался. Ну, конечно, это все вот где-то там происходит, я думаю. Слушайте, я вернусь к первому вопросу, не в смысле, что вот опять же давайте посмотрим на этого диковинного человека, который не уехал из Москвы и продолжает заниматься театром, но все же и с отъездами многих, и с разгромами театров, и вообще с общей атмосферой, очевидно, поменялись условия работы и лично у вас тоже. Вот как вы эту перемену опишете? Ну, во-первых, все-таки моя основная деятельность, поскольку я просто понял, что принципиально важно быть материально независимым от театра. Вы коуч, который это важно. Учит говорить. Да, я человек, который учит людей говорить, занимаюсь коммуникациями, публичными выступлениями, тренер, консультант. Ну, главная перемена, она была связана, это была такая общечеловеческая перемена, что, ну, на самом деле в России очень много возможностей зарабатывать деньги, строить бизнес. И на этом базировался наш социальный контракт. Да. То есть ты не лезешь в политику, ты занимаешься бизнесом и едешь на неком социальном лифте. Куда-то, может, не очень быстро, но едешь. И вдруг твой лифт останавливается, тебе приходится выйти из этого лифта и, прошу прощения, охренеть. Вот так себя почувствовали люди вот этой среды после 24 февраля. Они поняли, что политика села на них своей стальной задницей. И, в общем, но вы говорите, захотелось сразу что-то с этим сделать. Вы говорите, они в третьем лице. С вами не так лично, да? Ну, я просто более политизированный или политически информированный человек. И чего-то такого ожидал. Ну, конечно, везде наступили очевидные экономические проблемы. Что касается театра, ну, вот с одной стороны, все под боком ходим, да? То есть, вот, ну, как это одна из задач театра, каким-то образом, сохраняя свою миссию, уживаться с существующим политическим режимом. Может быть, это как-то неблагородно и не пафосно звучит, но это так обстоит. И, конечно, что будет дальше по этой линии, никто не знает. Но подождите, будет, если уживаться, а можете расшифровать этот глагол? Уживаться в какой мере? То есть хорошо там не бросаться под поезд, да, но если просят садиться на тендер паровоза, да, и кричать «Ура!», это... Ну, если вот там дальше каждый решает моральную дилемму по-своему, потому что садиться обычно просят там на один из двух стульев, что называется, да, 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 согласно грубой пословице. И, честно говоря, мне просто повезло, я достаточно маргинальный человек, мне никто не говорит, там, Сергей, знаете, а вот сделайте там, пожалуйста, спектакль про Донбасс, и у вас все будет хорошо. Если вы не сделаете, то у вас будет плохо. Я не востребован с этой точки зрения. Кто как что решает... Никто пока не говорит, наверное, нет? Пока не говорит. Пока не говорит. Это всегда надо спрашивать. А вот дальше возникает интересный вопрос, насколько можно, находясь внутри театра, который, в принципе, является во многом принадлежностью государству, оставаться вне политики. Сейчас, на самом деле, никто этого не понимает.
Ведь все-таки люди живут неким, ну, мифом или иллюзией, а может быть и не иллюзией, о том, что все-таки творчество нужно, а, ну, вот, общечеловечески нужно, да, театр нужен. Так же, как нужен хлеб. Давайте перестанем печь хлеб. Нет, мы не перестанем печь хлеб, он нужен. Давайте театр все-таки будем делать, давайте, да. Но насколько ты сможешь это свободно, идеологически неангажированно делать, ну, вот вопрос, он открыт. Ну, вот на самом деле, я помню, опять же, это бывают такие, там, не знаю, если вы следите за моими соцсетями, может быть, есть какая-то у меня избыточная, там, не знаю, реакция на отзывы окружающих, но вот реально запомнил на всю жизнь, как году в 13-м, в доме 12, ко мне подошла незнакомая девушка, оказалась Женя Беркович, и начала меня так довольно агрессивно троллить, именно узнав того самого чувака с митингов на Болотной, что вот пока вы бездельники митингуете, мы, по-моему, как раз в Гоголь-центре, делаем малые дела, как бы, и делаем жизнь лучше. Меня это, естественно, и такого рода отношение именно с ее стороны раздражало, и годы спустя, когда она уже стала каким-то таким знаменем радикальной непримиримости, почему-то тоже раздражает. Вот интересно, как бы, что, я не знаю, наверное, от людей зависят такие вещи. Грубо говоря, вот когда Ксения Ларина произносит правильные вещи, они же уже делаются неправильными, или я неправильно воспринимаю? А мне вообще кажется, что, ну, я объясню, что я сам думаю по этому вопросу. Ну, честно говоря, политический театр — это очень непростая вещь. Для этого нужно, во-первых, быть достаточно профессиональным в области театра, во-вторых, разбираться глубже, чем обыватель, в общественных процессах, которые ты хочешь комментировать как художник. Этого я обычно у деятелей театра не вижу. Вот они могут быть очень мудрыми, пока дело касается достаточно понятных театральному человеку вопросов, как то там любовь, не любовь, ненависть, не ненависть, правда, кривда. Вот такие конкретные общечеловеческие вопросы, да. А как только мы всходим в сферу общественных человеков, они рожают что-то банальное. Mm-hmm. Типа, вот свобода лучше, чем не свобода. А это не только театр, это и экономисты даже, и литераторы, и много кто. Абсолютно, абсолютно. Вот. Поэтому вот если ты Брехт, и ты достаточно глубоко понимаешь общественную диалектику, вопросов нет. А если ты можешь рожать только банальности, которые может рожать, в принципе, любой перепуганный интеллигент, включая Ксению Ларину, дай бог ей здоровье, да, то, ну а как бы зачем? В чем тогда художественное твое мировоззрение проявляется? Ты же говоришь банальность. И вот, к сожалению, наш театр, даже когда он был вот политизирован, это все разрешалось, вот, по-моему, он обществу, кроме банальности, почти ничего не сказал. Вот в чем проблема. Ну, просто это такие события, которые на самом деле действительно сужают возможность. То есть он говорил, да. Ну вот я как бы видел вот эти политизированные леволиберальные, либеральные, свободолюбивые спектакли, и они говорили, знаете, вот давайте не будем мы людей подавлять, не будем их наказывать за то, что они меньшинство. Давайте Россия будет нормальной, цивилизованной страной. Ребят, ну камон, мы это все в Фейсбуке читаем. Я могу сказать вообще, почему в принципе это происходит. Потому что театр — предприятие коммерческое, и очень выгодно говорить то, что в повестке уже есть. И тогда зритель, покупая билет в театр, он видит на сцене подтверждение своего мировоззрения. Социальное поглаживание, ну, да. Меня мои мастера учили такими вещами не заниматься, поэтому стараемся ими и не заниматься. А вот вы, называя себя политизированным театральным деятелем, я просто... Ну, я скорее политизированный человек. Да даже обыватель, как угодно. Тем не менее, да, я давно с вами, собственно, контактирую в социальных сетях. И вот сейчас задумался, то есть интуитивно понимаю, что мы схожи взглядов, но более точно сказать не могу. Можете сформулировать? Какие у меня взгляды? Да. Я думаю, что я левый консерватор. А такие бывают? То есть, условно говоря, я понимаю основательность социалистического учения, включая марксизм, но при этом я... Как консерватор считаю, что ну, человечество заслуживает чего-то лучшего, чем стремление его постоянно улучшать и разрушать те немногие устои, которые сохранились. Вот в такой формулировке интересно, потому что вот я сказал, а они бывают, и сам сообразил, конечно, бывают, все наши просоветская публика, да, там, условный Захар Прилепин, кто они, как не левые консерваторы, хотя... Ну, в каком-то смысле, ну, уж у них,
Вот тут еще можно, не знаю, там, Дмитрий Юрьевич Пучков, наверное, уже вспоминать. Ну, вот, пожалуй, я какой-то все-таки другой левый консерватор, чем эти деятели, хотя мы их очень ценим и уважаем. Здоровья всем, как говорится, дай бог. Всем здоровья, всем добра, но там много кровожадности. Ну, вот мне кажется, вот их консерватизм, он очень сталинистский, а вот это мы не любим. Не поверишь. Юзер «Трансгуманизм Марта» вот, заостряет один из заданных выше вопросов. Говорят, делая независимый театр в нынешней РФ, ты поддерживаешь режим, успокаивая неуехавших? Я, вообще-то, если пик моих театральных мечтаний – это выпустить спектакль в Государственном театре, поэтому я никакого даже независимого театра не делаю. Знаете, ну, тут каждый человек интерпретировать будет по-своему. Даже мне кажется, что для кого-то просто лежа на диване, читая книжку, я уже поддерживаю режим тем, что я с ним не борюсь. Понимаете? Есть люди, которые так говорят, да. Ну, в общем, да. Вопрос в том, что, а что именно я поддерживаю или не поддерживаю, уехав из России. Мне кажется, что, уехав из России, я тоже поддерживаю режим, потому что я как бы снимаю с себя ответственность за Россию. Говорю, слушайте, ребят, вот Россия идет в жопу, я уехал, мне хорошо. И режим будет показывать пальцем, смотрите, там, не знаю, либо группа «Тараканы» продала два билета в Цюрихе, либо Чулпан Хаматова ставит непонятно что в Юрмале для, там, не знаю, юрмальской интеллигенции, скажем так. Не хочется, поэтому как-то вот становиться на какую-то сторону в этой дискуссии, уезжать, не уезжать. Ну, каждый пусть сам за себя решает, в конце концов. Ну, просто, в общем, страна-то все равно наша остается. А вот, кстати, есть такое соображение. Кстати говоря, уже без театра, а именно про войну. Я не знаю, насколько я преувеличиваю, но вот по общению и с уехавшими, и оставшимися, я заметил, что растет как бы пропасть. На самом деле на глазах растет. И если там уехавший месяц-два назад, хотя бы и в Ереван, человек все более радикализируется и говорит, скорее бы там Москву разбомбили, чтобы мы могли вернуться, то оставшийся все более смягчается и говорит, ну понятно, там Путин плохой, войну зря развязал, но и Запад слишком как бы и лицемерен, агрессивен по отношению к нам, и как-то ответственность несут все стороны и так далее. Вы к чему ближе, и насколько корректно вот такое мое описание раскола? Ну, я, конечно, против того, чтобы Москву разбомбили, но и Запад особо виновным не считаю. Там, во всяком случае, я понимаю, конечно, что можно так немножко умом отъехать вместе с окружающей социальной реальностью, но пока вот еще не до такой степени. В общем, скорее я нахожусь в той точке, в которой я оказался утром 24 февраля. Я могу просто рассказывать. Mm-hmm. Это ночь. Я просыпаюсь. Иногда вот человек просыпается в 5 утра и начинаю читать «Нью-Йорк Таймс». Зачем? И вот идет лента, лента, лента. Сейчас Путин сделает заявление. Дальше у нас летят ракеты. А мне нужно ехать на работу. Там работа консультантом в одно известное архитектурное бюро. И вот я целый день видел перед собой людей без лиц. Вот просто без лиц. Понимаете? Вот это вот, конечно, неизгладимо. И главное, что примерно так и остается. То есть, вот если говорить сейчас об атмосфере в России в целом, то депрессия. А не прошла она, там, не знаю, с приходом буквально хорошей погоды? У меня ощущение, просто, понятно, оно дистанционное, умозрительное, но даже по людям, которые замолчали и как бы навсегда исчезли из жизни 24-го, вдруг по каким-то незначительным поводам они начинают проявляться, типа, Олег, как дела и так далее, вот такое есть точно. Слушайте, ну, вы знаете, наверное, фотографии с пляжа в Одессе в 43-м году, люди купаются. Мне кажется, что и в этих обстоятельствах люди будут купаться, курить. Ну, не в Одессе, не в Одессе, да, скорее, там, не знаю где, какие курорты у Германии на Балтийском море, да? То есть, вот... И на Балтийском море. Ну, я имею в виду, что и под оккупацией там. Ну, просто в Мариуполе, да, буквально раз. Есть пляж, и на нем кто-то загорает сейчас, да, но при этом и город... И в Мариуполе, да. Вот просто все эти тезисы, которые мы обычно читаем в художественной литературе, что вот как-то мы там, вообще люди живут в разных исторических обстоятельствах, обычной бытовой жизнью, их что-то радует. Вот сейчас мы это на себе измеряем, да. Я вам честно скажу, что я не брал на себя обязательства не радоваться жизни при путинском режиме, тем более, что я вот как бы специальную военную операцию не начинал, и, в общем-то, никогда нашу систему власти не поддерживал. Даже вот, я думаю, что мы с вами на одних и тех же митингах бывали.
Ну, вы вообще производите впечатление человека, что называется, доброго и не срачегенного, скажем так. И вот как раз для такого человека, то есть у меня другой опыт, а у вас какие самые, ну, без имен, да, просто самые яркие конфликты, начиная с 24-го, то есть с кем поссорились из-за войны и в какую сторону? С проукраинцем, Знаете, самые тяжелые моменты, это, ну, я надеюсь, сейчас как бы никого не задену, это когда ты приходишь в театр играть спектакль. И первый вопрос к себе, это вообще вот насколько это возможно и морально это делать сейчас. И потом ты начинаешь это деликатно обсуждать с коллегами, а я же не в труппе театра, я так прихожу, там, ну, все свои, ну, и не то, что я там хожу каждый день. И я понимаю, что часть людей, они просто абсолютно свое политическое мышление передоверили пропаганде, и даже вот не будешь в этом упрекать, потому что просто люди живут как, ну, за меня там формируют картину мира, я часть страны, страна воюет, все понятно. Есть люди, которые, конечно, в шоке, которые на антивоенной позиции, но при этом нам нужно играть спектакль вместе, да, и вот мы находим способы как-то избегать этих острых углов. И кто-то говорит, ты знаешь, я вот вообще не чувствую в себе сейчас возможности что-то играть, я ничего не хочу делать. Вот, ну, это вы вот сказали скорее про себя, все-таки это, я думаю, важно. Ну, да, мы что почти у вас, там уже начинали у вас, сразу, но у я вас старался этого не делать. Заработок-то внетеатральный, да, основной? А если, заработок внетеатральный. Да, если актер ходит на работу в театр и кормить семью, и как бы он там не ненавидел и Путина, и войну, надо работать, потому что иначе не будет денег, абсолютно, не будет жизни. Вот это, кстати, вот у нас же там есть уехавшие, которые говорят, вот вы там дебилы, аморальные люди, что не уехали. Uh-huh. А пардон, а на какие деньги? Ну да. Вот так... я же не Кирилл Мартынов, мне не платят за высказывания политические. Я их могу много произвести, но мне все равно не заплатят столько, сколько платят там условно статусному либералу, работающему либералу. И что с этим делать? Но а жить где? Статусному пропутинцу сейчас, наверное, в Москве все еще платят больше, чем статусному либералу. Это правда. И это, да, же но... не основание, ну, идти туда. Не, абсолютно не основание. Но поэтому тут просто люди, которые критикуют оставшихся, они очень много не понимают про то, как на самом деле устроена жизнь обывателя. Мы полагаемся сами на себя, и для нас куда-то ехать или бежать, это прежде всего вопрос, а чем ты будешь кормить семью? Например. Отвлеклись от театра. В общем, да, вот я хотел к Вертинскому. Вот я еще понимаю, что если бы был я... Мне 47, вот будь я помоложе годков на 7, я бы точно начал сраться. Потому что я вообще такой политически пассионарный человек. У меня есть убеждения, у меня есть ценности. Когда я вижу человека с другими ценностями, естественно, я начинаю с ним сраться. Само собой. Но... я увидел, насколько всем тяжело. Тем, кто за, тем, кто против. Как будто всех мешком прям по голове стукнули. И людям тяжело. Людям больно. Людям не радость. Вот это эффект. Вот даже если обратить внимание на этих, на Z-патриотов, на все вот это, все равно ощущение какое-то вот выдавливание из себя позитивной политической эмоции. Торжества не чувствуется. Чувствуется какая-то боль и растерянность. Вот. То, что сейчас ощущается в Москве, в России. И она не изменилась с февраля. Мне казалось, смягчилась все-таки именно потому, что время, потому что смена времен года, может быть, даже. Ну, тут, по-моему, нет и экономических проблем. Все больше, на самом деле. Очень трудно работать. Да, но все ждали катастрофы, обвала, да, а его не случилось, и значит, как бы жизнь продолжается, да, вот вкусная точка работает. Ну, тут кто по информированию, в общем, говорит, что... подождите, обвал уже идет. Ну да, да, да. Но это пока он не ударил, как бы, да, то верить в него труднее. Я говорю, Вертинского слово произнес, потому что у вас есть спектакль с песнями Вертинского. Да, а в контексте... я, в общем-то, и если кому-то чем-то известен, то прежде всего как певец, который поет много Вертинского. А в контексте я войны? Я перестал петь Вертинского. В контексте просто войны. Понятно, какая песня прежде всего. Да. Я не знаю, зачем и кому это нужно. И вот что вы думаете, заездили ее, и адекватно она нынешнему времени, или как бы есть различия? Ну, у хорошего автора, Вертинский это большой поэт, у него, в общем-то, все адекватно сегодняшнему времени. Его, и действительно, песня именно про это, про то, что в итоге мы будем хоронить мальчиков, и это будет никому не нужно. Что ж тут еще можно сказать?
Ну, пока, по крайней мере, также согласитесь, ну, не то, что это первая война, 14-й год был такой же, и Сирия, тем более, нет уже ощущения народной беды, что вот хороним солдат, там, и так далее, хотя, там, уже по количеству именно погибших солдат, война вполне такая массовая. Почему так? Это, опять-таки, психология или другая, там, не знаю, что, другое позиционирование войны? Я думаю, что просто мы очень сильно разобщены, вообще как общество. Иначе бы эта власть была бы другой, война бы не возникла. И поэтому каждый переживает свою боль очень отдельно. Но боли там много, в любом случае. А разобщены, интересно, то есть при позднем Брежневе были более слажены, да, более едины? Интересные книжки есть про историю советского неформального движения, но в любом случае в обществе есть такой показатель, как доверие, оно измеряется, и общество примерно социально гомогенное, да, то есть сын номенклатурного работника живет лучше сына ЭТРовца, ну, там, не знаю, в 3 раза, но не в 300. Это аргумент в пользу того, что тогда было лучше, грубо говоря. Не лучше, окей, люди были ближе. В каком смысле по-другому было? Ну, для меня эта история вообще другая. Я считаю, что у каждого общества есть некий миф основания, да, вот такое исходное событие, как это в театре называют. У нашего общества исходное событие – это раздербанивание Советского Союза и 1993 год, 1995 год, да, то есть вот сначала это микрогражданская война, расстрел Белого дома, потом правление олигархата, приватизация. В общем, мы общество людей, которые так или иначе участвовали или не видели вот это огромное воровство и огромное количество просто прямых уголовных преступлений. Ну как мы можем после этого друг другу доверять вообще хоть в чем-нибудь? Но 14 остальных республик тоже, как бы, их отсчет начался с 91 года, и как-то у них все иначе почему-то происходило. Включая, ну, потому что они же как бы строят свои национальные государства с нуля. А мы являемся, в общем-то, кем? Вот непонятно кем. В общем-то, бывшей империей. Обломком Советского Союза, да, который считает себя его прямым наследником, хотя во многом это не так. Ну да. Какая-то здесь странная история, что была империя, это абсолютный факт. Что с этим делать, непонятно. Так нет, вот да, какие дальнейшие пути развития? Вот для себя, да, вы видите ситуацию через год, война еще идет, там, вязнет или не вязнет Россия, все чуть-чуть хуже, но ничего не рухнуло, или уже через год это постапокалиптическая Россия какая-то, постпутинская, постядерная, пост какая угодно? Ну, я вот уж о чем думаю, что Москва становится провинциальным городом, вот так по ощущениям, потому что, конечно, это был некий узел разных глобальных сетей, перемещения капиталов, арт-тенденций, людей и так далее. Сейчас этого просто нет, и это ощущается. Ну, даже просто уход брендов ощущается, но ощущается еще именно выход страны из какой-то системы обменов и торговли. А вот чего я не чувствую, уточню, да, вот эта провинциализация, она воспринимается как веселое приключение или как катастрофа? Ну, мной оно воспринимается, я не знаю, как кто воспринимает, но у меня ощущение, что вот это состояние, которое кажется временным и ненормальным, но оно может стать привычным и просто такой деградацией, от которой мы уже не оправимся. А окружающие люди как? То есть, ну, вот заходит ваш, у вас вкусная точка буквально же через квартал, да, от театра, заходит ваш коллега туда и радуется, или, что называется, негодует, вернее, возвращается оттуда. Люди, поскольку речь идет, допустим, об артистах, они озабочены выживанием и какой-то жизненной текучкой. Сейчас же люди пытаются сохранить какую-то рутину своей жизни просто для того, чтобы вообще морально абсолютно не упасть, не депрессовать. Поэтому совершаются какие-то рутинные, привычные действия. А зачем они совершаются? На выбеге нет. Про провинциализацию Москвы просто в таком контексте слова не сталкивался, как раз пытаюсь переварить. Но вот, допустим, да, ГЭС-2, да, планировали делать большой, как бы, мирового значения центр современного искусства, да, теперь его нет. Там, понятно, спортивные мероприятия, как раз бренды. А вот что еще из неочевидного? Ну, что касается искусства, конечно, все приезды, гастроли,
Которых нет. Все-таки их нет. А в Москву привозили спектакли международные. Приезжали какие-то люди что-то делать, что-то курировать. А теперь ты понимаешь, что этого нет. Или, допустим, какие-то образовательные программы. Ну, та же самая «Стрелка», тот же самый «Гараж». Разные лектории в электротеатре, которые тебя постоянно включают в мировой контекст. Там, не знаю. Постколониальный дискурс в мировом театре. Ну, я не знаю, насколько это нам нужно, но это что-то общемировое. Ну, сейчас же бред вообще даже об этом разговаривать в России. А может быть, это и к лучшему, потому что удобно было прятаться от российской реальности за мировым контекстом, да, что да, вокруг там, не знаю, ЧВК «Вагнер», коррупция, менты, а ты такой о постколониальном дискурсе и о гендерном вопросе. Абсолютно. Вот это единственное, наверное, что к лучшему, что сейчас нам всем придется наконец-то понять, что мы проебали свою страну. Прошу прощения. Не, ничего страшного. И как художники тоже. У нас можно, да. Хорошо, а про отмену культуры, потому что, ну, это слово так заездили, что это уже анекдот, но все же, вот русская культура, не Достоевский, да, он как бы мировое достояние, вот то, что есть сейчас, его уже выключили из мирового процесса, или его невозможно, или как бы настолько незначительно, что выключат, не выключат, какая разница? Ну, я думаю, что здесь каждый случай индивидуально, вот Кирилл Семенович никто же не исключит из мирового процесса, потому что он ему принадлежит. Я не знаю, я не сталкивался. Я думаю, что эти случаи отмены есть, раз о них говорят. Ну, честно сказать, здесь очень большая разница, конечно, потому что, допустим, у нас была Вторая мировая война, и никто почему-то Германию не отменял. Да? Считалось, что, ну, понятно, вот есть плохой режим, а есть какие-то умные, толковые, хорошие немцы, с ними можно разговаривать, они являются интеллектуалами. Ну, Россия, она же вообще не так, чтобы сильно нужна Западу, как часть интеллектуального процесса, это раз. А второе, очень сильно поменялось вообще человечество. Люди стали меньше думать и рефлексировать. И речь идет о постковидной реальности, где люди привыкли вообще ограждать себя от чего-то нечистого. Давайте уберем вот это нафиг и не будем туда смотреть. Затолкаем эту Россию под диван, и пусть она там как хочет, так и живет. Я не знаю, что тут еще можно сказать. Когда я сам столкнусь с этой проблемой, мне будет есть что сказать. Меня пока еще никто не отменил, но я как-то особо за границу и не рвусь на данный момент. А я зацеплюсь за имя Кирилла Семеновича. Да, его невозможно отменить, но одно дело знаменитый режиссер, которого там пытались посадить, и который несет слово правды, а другое дело режиссер, который эту свою знаменитость расходует на попытку спасти Абрамовича от санкций, например. Это же более спорная фигура и другой контекст. Ну, я думаю, что просто есть какие-то личные обязательства. Не, ну, очевидно, они есть, просто как это, какими глазами смотрят, не знаю, сообщество. Ну, я думаю, что на месте, я думаю, что Кириллу пофигу, насколько я его все-таки более-менее так знаю, что он это делает из соображения личной лояльности и считает это правильным. А западники, ну, конечно, обалдели, скорее всего. Новое, наверное, не существовавшее до сих пор как бы новый субъект и культуры, и политики мировой, вот Украина в нынешнем виде, в какой мере украинская, допустим, культура, украинский даже театр может потеснить российский, вот там, где его возможно потеснить? Но не только театр, конечно. Я думаю, что театр российский, театр, пространство театра бесконечно. Российский театр с какой-то точки зрения невозможно потеснить как носителя традиции очень большой, да, на которую он легитимно претендует. Но у украинского театра, у них, в принципе, огромная самостоятельная традиция. С театром в Украине все хорошо. Он там на высоком уровне, он, безусловно, займет свое самостоятельное место. Как мне кажется, вообще Украина, ее очень ошибочно воспринимали как такой... Ну, какой-то странный национальный псевдопроект. Вот что-то они там пыжатся, что у них государство, что какой-то патриотизм, идентичность. На самом деле это 30% российского промышленного и научного потенциала. Вот так примерно, на минуточку. Да. Российского и... того, да. Ну, вот того, российского, прошу прощения, имперского, да. Извините, не российского. Прошу прощения у украинских слушателей. Вот была империя, от нее ушел такой миталитаризм со здоровым паем. И, в общем, там люди не идиоты.
разберутся, я думаю. Нет, но все же, ну, как бы, грубо говоря, узнаваемость Украины, да, в любом контексте, она колоссально, во-первых, выросла за время войны, а во-вторых, вот то, о чем вы говорили, да, что было массовое ощущение неполноценности проекта, оно ушло, да, Украина доказала абсолютно, свою состоятельность. Абсолютно. И вот как это изменит? Показала, причем, самых тяжелых для себя условий. Да, разумеется. Вот просто жесточайше. Сможет ли украинская и культура, и вообще украинское все стать конкурентом, причем таким выигрывающим конкурентом нашего российского? Или же называются это параллельные какие-то истории? Я здесь считаю, что пусть расцветают 100 цветов. Во всяком случае, абсолютно... Я думаю, что Украина все будет нормально. С государственной, с политической и вот с культурной точки зрения, во всяком случае, то, что сейчас происходит, дает вот мощнейший буст консолидации общества на каких-то новых основаниях. Разумеется, да, и как раз на этом фоне наша... культура это часть вот этой консолидации. Да, разумеется, на этом фоне наши мрачные перспективы делаются еще более мрачными, буквально, абсолютно, потому что да, вот у соседа корова расцветает, да, у нас сдохла. И как-то, как с этим быть, потому что мы всегда гордились своей коровой. Да тут же вот что интересно. У нас действительно культура имперская. Только я не считаю, что империя – это что-то плохое. Мне кажется, империи, они, как правило, и создают то, что человечество называется прогрессом, просто в силу концентрации. Я вам шлю привет из главной имперской столицы вообще мировой истории. Да, да. Я помню, как я побывал в Лондоне и думаю, вот это столица империи, а наш Санкт-Петербург, ну, это такой закос под больших. В общем, хороший, но когда ты идешь там по центральным кварталам Лондона и видишь вот эти бесконечные памятники генералам рядом с правительственным кварталом, ты понимаешь, кто владел половиной мира, а кто там пыжился и изображал. Вот, ну, поэтому культура-то сохранила вот этот пьедестал. Я говорю на весь мир, претендую на общее мировое значение. Вот, наверное, придется какой-то новый себе пьедестальчик делать поскромнее. Хотя есть пример Польши, например, страны с великой театральной традицией, причем вроде как и не империя давно, а тем не менее люди могут. Не, ну есть там пример, не знаю, балканского кинематографа, да, как бы это немножко другая история, не всеобъемлющая. Все-таки вот в нынешнем, вернее, не нынешнем, а постнынешнем, да, в том, что будет завтра, в мире, Россия на что может претендовать и культурно, и вообще? Как, кто же у нас там говорил, я забыл, какой-то шеф жандармов, Дубель, что ли, что, или Бенкендорф, что перспективы России блестящие. Вот. Я думаю, что Россия много на что может претендовать, потому что, в общем, ей нужно вот только вылечиться от ряда своих политических и социальных болезней, а так, что, в общем. Я, поскольку являюсь мелким буржуа по основной деятельности, в основном вижу вокруг себя деятельных, работающих, позитивно настроенных людей. Дайте им жить, работать, развивать страну, и, в общем, все будет нормально. Им это менее... московским буржуа, потому что у нас есть бурятская, как бы, как это назвать, общественность, да, которая, собственно, с удовольствием поставляет молодежь на фронт, ровно потому что другой жизни нет. Да. Бурятская общественность могла себе позволить зарабатывать там по 100-150 тысяч рублей в месяц хотя бы, она бы уже и не поставляла людей на фронт. Да, но здесь она же, не может это... позволить себе это зарабатывать, и выхода, не видимо, может, нет. Да. Да? Поэтому вот, вот эта власть, ну, власть, вот такая внутренне-колониальная система, да, привет там Эткинду или Кагарлицкому, которая по принципу пылесоса через Москву все вытягивает из страны, абсолютно все, да. То есть все, что заработал условный житель Бурятии, или Костромской области, или где-то еще, это в итоге на станет... На эти деньги строится яхты. Электротеатр, нет, в том числе, конечно, да? И, ну, электротеатром это станет, ну, в лучшем случае. А так, либо яхтой, либо танком, либо золотовалютными резервами. А людям-то как жить? Ну, вот это вопрос, как бы, да. Страна-то большая, в культуре нуждается, людей талантливых много, есть что сказать. В общем, талантливых людей Россия рожать... продолжает, на мой взгляд. Я не вижу, чтобы народ вырождался. Просто вот вы говорите про выздоровление страны. Ну, вот бывает выздоровление, когда заживает рана, условно говоря, да, бывает, ну, как выздоровление. Вот родился ты без ноги, да, и вот непонятно, как ногу отрастить. И вот какого органа России не хватает в этом смысле? За что он должен отвечать? За эмпатию, за, уж не знаю что, за веру?
Ну, это какой-то, я думаю, уже политологический разговор. Я думаю, что России не хватает, конечно, институтов самоуправления. То есть сейчас я начну говорить банальности в стиле «давайте станем нормальной демократической страной», и я боюсь, что это будет неинтересно. Но в целом проблемы-то политические, они очевидны, что вот эта модель управления, она, конечно, немножечко уже не алло, и все происходящее, оно является частью попыток ее постоянно не менять. Но радикальный эмигрант скажет вам, ну, модель управления не более чем производная от общества, и если общество вот такое, незрелое, не готовое к демократии или не любящее свободу, то и модели такое оно заслуживает. Вы согласны с этим? Я не согласен с отношением к народу как к субъекту колониального управления, который во всем этом складе. Ну, прошу прощения, объекту, конечно. Да, как к объекту. Ну, наша интеллигенция, она как-то привыкла быть помощниками власти по контактам с народом. Угу. Поэтому давайте мы будем русских просвещать, надзирать, наказывать, их же надо воспитать. Может, их не надо воспитать, может, просто нужно русских и другие народы России как-то сделать богатыми и субъектными, и тогда все наладится. Не заметил, чтобы люди не хотели учиться, жить хорошо, жить культурно. Нет, смотрите, я ставлю себя на место, допустим, Путина, и когда вы говорите, а давайте сделаем русских богатыми и субъектными, я говорю, а зачем мне это? Мне не нужны богатые Путину субъектные Путину вот точно русские, это да. не нужно, ему-то действительно это не зачем. Абсолютно. А сменщику его согласен. Как бы будет нужно, да? То есть вот... Ну, вот это именно поэтому вопрос не сменщика, а вопрос вообще смены парадигмы развития. Вот эта наша специальная военная хрень, она же обнажила что? Вот Россия, да, она достаточно снаружи такая сильная и компетентная. Но когда она, но вся новая ситуация, война, она вывернула эту историю вот наружу, и мы увидели труху, рухлядь какую-то, ну, просто... Все проблемы, которые были внутри, оказались снаружи. И это такая системная вещь, да, ну, в общем, для того, чтобы увидеть разваливающиеся города, не обязательно смотреть на Донбасс после войны, а достаточно просто отъехать от Москвы, там тоже можно увидеть разваливающиеся города, деградирующих людей и заводы заброшенные, ну, вот это же... Ну, собственно, довоенный Мариуполь, наверное, выглядел поприличнее как раз условного города Щекино, да, Тульская область. Да. Думаю, что да. Юзер Гудбет Алекс Кэт пишет, дословно не могу не процитировать, чел передознулся каргокультистским дрочем на деколониальную оптику. Вроде взрослый мужик, а не первокур в ше. Ну, что я могу сказать? Ну, есть тут такое тут мнение, по крайней мере. Раз есть такое мнение. Так, следующий вопрос. Интересна фамилия господина Васильев. Ну, это тогда уж не на постколониальную оптику, а на мир-системный анализ Берлерштайна, хотя я думаю, что и на него первокурсники ВШЭ дрочат. Вещь красивая, интересная. Есть на что называется. Васильев — это псевдоним, сужу по габитусу. Нет, Васильев — это фамилия. Могу паспорт прислать. Так, юзер Букмарк. Мне кажется, или у гостя глаза Путина? Это... Годы работы над собой. Про Вертинского. Леонид Федоров из аукциона тоже пил Вертинского и уехал. А Гаркуша остался и спил с Сукачевым. Пару слов об этом, плюс. Из этого мы делаем вывод, что решение уехать или не уехать принимается не исходя из репертуара, по-видимому. Да, ну эстрада наша, ну что про нее говорить. Ну, они такие, какие есть. Мы имеем ту поп-музыку, которую заслужили. Но все-таки речь не только о поп-музыке, наверное, но и опять же вот о том, о чем мы говорили выше, деятель искусства с позицией, да, и вот с тем, что в итоге оказывается ничем не отличимым от обывательского. Вы знаете, что абсолютно так оно и есть, и я больше скажу, а цель-то была всю жизнь прожить без позиции. А когда тебя уже берут за жопу и говорят, слушай, ты занимай позицию. Ты берешь первую попавшую позицию, которая тебе удобнее и безопаснее, которая поддерживает твое окружение, и занимаешь. Ну, вот как некоторые актеры, которые были очень деполитизированными, а потом начали вдруг говорить о политике. А вот цель прожить без позиции, она же хорошая была на самом деле, с учетом того, что до этого была обязательная идеология. Ну, поэтому это и стоит воспринимать как трагедию, а не только как
повод для того, чтобы посмеяться над взрослыми людьми. Вот понимаете, вот эти все ребята, которые записали песню «Я остаюсь». Ну, пожилые дядьки, классно поющие свой рок. И тут им говорят: ребят, вот сейчас мы поедем все сниматься, и вы будете там, прошу прощения, мудями трясти во славу России. Ну, им же тяжело, наверное. Не, ну и спрос с них, как бы, уже, наверное, невелик, хотя там по обсуждению об этом не скажешь. Пьющие люди, между прочим, в основном. Ну, тут тоже надо учиться. А могли бы быть наркоманами, да. Джон Борисов спрашивает вас, про что вы думаете про Виктора Виллисова? Ну, я не то, что много его читал. У него много тонко сатирически подмеченных моментов относительно того, как у нас организована и функционирует театральная среда, и затроллил он всех очень грамотно. А это хорошо или плохо? Потому что, ну, с одной стороны, как бы вскрывает язву, ну, у нас такая блядская среда, да, что это очень хорошо. Это просто супер хорошо. Хорошо. Так, аукционы Сукачев не поп-музыка. Поп-музыка легко не занимает позицию сейчас массово. Тут я, наверное, не соглашусь, потому что есть же, как бы, во-первых, украинская фракция эстрады русскоязычная, которая более чем заняла позицию. Ну и есть, да, условный Лепс, который едет, так сказать, на фронт. Угу. Ну, я думаю, что все тут свой выбор делают. Единственное, что если ты, тут же вопрос просто в том, чем ты хочешь заниматься. Вот если человек хочет продолжать заниматься театром как режиссер, то вот ты так просто так не выйдешь наружу и не придешь с улицы в заграничный театр трудоустраиваться. А если ты музыкант с гитарой, тебе, конечно, проще себя вместе с творчеством переместить. Это все какая-то реальность. На улице в Лондоне играть буквально. Умозрение. Да. Но, кстати говоря, вот вы говорите про людей, да, сохраняющих театры. Вот Евгений Миронов, который вот его приезд в Донецк и в Мариуполь, по-моему, да, произвел какое-то совсем жуткое впечатление, потому что мы видели абсолютно его высказывания, да, в первые дни, а потом он с Турчаком ходит и произносит какие-то явно не им сформулированные лозунги. Не можете объяснить, почему с ним такое случилось? Тоже сохранение театра или что-то сверх этого? Ну, понимаете, тут вот вопрос в таком, как это англичане, термин такой, exposure, да, вот если ты уже был, позволил, как худрук, чтобы к тебе в гости ходило начальство, то начальство в следующий раз придет к тебе и задаст вопрос. Умные театральные деятели, конечно, это все всегда понимали и старались просто держаться вне политической повестки, потому я считаю, что вообще цель сохранения у себя на родине культурных институций — это не самая плохая цель. Вопрос что с тебя, конечно, за это, да, потребует. Да, вот. У нас есть пример 30-х годов, где, в общем, много разных кейсов, как это называется. Включая кейсы коллаборационизма после 41-го года, который, как бы, с одной стороны, ответ на советское давление, да, советские репрессии, а с другой, ну, понятно, тоже есть некоторые минусы в том, чтобы сотрудничать с немцами. Ну, я думаю, что нормальному человеку все-таки впадло такие вещи делать, что называется. То есть занимать в военном конфликте сторону вот так, не думаю, что это хорошо. А тут имеет значение, что тогда Германия была агрессором, а теперь Украина жертва, и занимать сторону Украины проще? Ну, если речь идет о художнике, то как бы вообще зачем? Ну понятно, художник, что индивидуальный человек, он своими эмоциями сам делает свой выбор. Но мне кажется, все-таки, если ты служишь искусству, то такие вещи вообще вовлекаться не нужно. Ну как, люди, служащие искусству и молчащие о войне, сегодня выглядят, наверное, страннее всех. То есть из, там, из писателей, навскидку, Татьяну Толстую могу назвать, но много же такого рода людей, которые вот, да, молчат. Есть такие люди. Я вот не смог бы молчать в соцсетях и среди знакомых, даже если бы захотел. Даже если бы у вас был, там, не знаю, на руках театр, судьба которого зависит от ваших слов? Вот в том-то и дело, что если бы был на руках театр, все бы очень сильно изменилось, и его судьба реально бы зависела от слов. Но тоже нужно понимать, что если какого-то человека убирают из театра, это все-таки не навсегда, и русский театр никуда не денется. Ну, тоже вопрос, потому что, ну, какие у нас были возвращения? Тот же Любимов, а что еще, а кто еще? Мирхольд не вернулся при этом, как мы понимаем. Нет, не вернулся Мирхольд.
сожалению, Мирхольд не вернулся. И для меня сейчас самая трагическая ситуация, это, конечно, что русский репертуарный театр остался без Воропаева. Как бы самого большого драматурга, безусловно, в наше время, ну, в моем понимании. Но Воропаев сам все-таки не хочет сейчас быть частью русского контекста, скажем так. Ну, он, я смотрел его заявление, он, в общем, что сказал, что он свои гонорары передаст на помощь беженцам. Что плохого в помощи беженцам? Не, ничего, абсолютно, конечно. Но мне казалось, там более как бы радикальная позиция. Так-то беженцам, ну, все помогают. Я бы с другой стороны подумал, вот что является национальным достоянием России? Какая-то там турбина для «Газпрома» или драматургия Воропаева? Вот в этом вопрос. Нет, или там, не знаю, журналистика Парфенова, или книги Быкова, там вот весь этот набор. И впервые, наверное, с 1985 года, да, российская культура и там публичное пространство, любое в таком положении, когда важные имена изъяты, там находятся в черном списке, и, соответственно, вот та самая 1000 вакансий, которую готовы занять и негодяи, и, что может быть даже хуже, неталантливые люди, у которых не было шансов, допустим, в конкуренции с Воропаевым. Ну вот мы видим, что сейчас происходит в Google-центре, да, то есть, ну, в классный театр, который может вам нравиться или не нравиться, но он сделан как проект абсолютно классный, и надежный, и устойчивый, все у него хорошо. Приходят ноунеймы, и все это просто разрушат сейчас. Через два месяца там одно воспоминание останется. В медиа так было 10 еще лет назад, или даже больше, ну и, собственно, в последние годы. И в медиа так было, и в бизнесе так было, сколько угодно. И, в общем, технологии везде одни и те же. И я думаю, именно поэтому театру не нужно думать, что его ситуация чем-либо принципиально уникальна. Заканчивая беседу, хочу вернуться к Вертинскому, потому что и у вас в Фейсбуке в комментариях, и здесь у нас в чате нас звали спеть, вернее вас, наверное, и если у вас есть настроение, соответственно, если я услышу ваше исполнение Вертинского, если мы услышим, мы, я думаю, будем рады и счастливы. Да, сейчас спою. Надо как говорил герой мультфильма, да. Песня называется «Сумасшедший шарманщик», к сожалению, без аккомпанемента. Ну, так даже лучше, конечно. Каждый день под окошком он заводит шарманку. Монотонно и сонно он поет об одном. Плачет старое небо, мочит дождь обезьянку, пожилую актрису с утомленным лицом. Ты усталый паяц, ты смешной балаганчик. С обнаженной душой ты не знаешь стыда. Замолчи, 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 сумасшедший шарманщик. Эти песни я должен забыть навсегда, навсегда. Мчится бешеный шар и летит в бесконечность, и смешные букашки облепили его. Бьются, бьются, жужжат, и с расчетом на вечность исчезают, как дым, не узнав ничего. Мы осенние листья, нас всех бурей сорвало, нас все гонят и гонят ветров табуны. Кто же нас успокоит, бесконечно усталых? Кто покажет нам путь в это царство весны? Будет это пророк или просто обманщик? И в какой только рай нас погонят тогда? Замолчи, замолчи, не играй, сумасшедший шарманщик. Этих песен не можем забыть никогда, никогда. Великолепно. Остальное послушайте на концертах после войны, друзья. А сейчас их нет, да, концертов? Ну, сейчас нету, как-то вот не песенное настроение, на самом деле. Естественно, пока вы пели, допустим, юзеркот пишет, что пусть гимн Украины лучше споет, а Татьяна Егорова пишет: вы любите Шухевича и Бандеру? Ответьте. Вот, ну... не имею чести быть знакомым и
У меня достаточно других объектов для любви более мне близких. Хорошо, спасибо огромное. Великолепная беседа, как мне кажется. И давайте напомним, что Сергей не только театральный деятель, но и тренер публичных разговоров. Так? У него есть такое, да. Телеграм-канал, который называется «Васильев говорит», на который стоит есть подписываться. Такой канал, да. И к вашим услугам обращаться как? В приватном порядке или есть что-то общедоступное? Да можно просто через тот же телеграм-канал, там сайт. Там есть контакты и все. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Я с удовольствием поговорил с вами. Обычный мой классический стрим сегодня вечером в 9 по Москве. Еще я в 8 буду на Ходорковский лайв у Тимура Олевского, между прочим, Рената Давлетгильдеева. Сергею Васильеву спасибо еще раз огромное. Надеюсь, что будет еще повод поговорить. Да, всем пока тогда. Сергей, не выключайтесь. Я вам еще за кадром скажу отдельно спасибо. Пока. Всем счастливо. Спасибо большое. Так, и да, вот я здесь, вы здесь, да? Слушайте, как вам? Да.